Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Что это? Определить трудно. Сейчас распечатаем, посмотрим. Так, это заказ сайта GearBest. Это пришли магнитики. Вот такие вот маленькие магнитики. Мне, честно говоря, даже смешно, так как на сайте, на фотографиях, которые сделаны на сайте GearBest, это все выглядит очень крупно. Но я подозревал, что они маленькие, но не подозревал, что до такой степени маленькие. Сейчас я их как-то извлеку. Вот они, эти гигантские магниты. Могучие китайские фотошоперы как нарисуют, то там, конечно, офигеешь от того размера. Вот такие вот магнитики маленькие. И вот еще к ним круглые магниты. Добиралось все сюда около 2 недель, опять же. Последнее время сайт GearBest отправляет такой службой доставки, что все практически посылки 2-3 недели максимум доходят в Украину. Ну вот такой вот заказ, вот такие вот гигантские магнитища с сайта GearBest. Ссылку оставлю в описании, кому интересно, заходим, заказываем. На этом все, всем спасибо, всем пока.